Привет! Сегодня вместе с вами я приготовлю кофейный кекс с вишней. Рецепт очень простой, а выпечка получается очень вкусная. Рецепт я оставлю в описании под видео. Итак, для приготовления возьмем вишню, муку, сахар, масло сливочное, кофе, яйца, разрыхлитель. Сначала приготовлю начинку. Для этого возьму 250 грамм вишни без косточки и 100 грамм сахара. Ставлю на огонь, пока сахар не растворится. Буквально 5 минут. Начинка готова. Теперь тесто. Для теста 80 грамм сливочного масла, 120 грамм сахара. Аккуратно перемешиваем. Затем беру одну чайную ложку с горкой растворимого кофе. И добавляю 1 столовую ложку кипятка. Добавляю в чашку. После того, как перемешала сахар, масло и кофе, по одному добавляю яйца. Всего нам понадобится 3 штуки. Муку просеять 250 грамм, добавить 2 чайные ложки разрыхлителя, перемешать с мукой и соединить. Тесто готово. Отставляю буквально на 5 минут, чтобы отдохнуло. Вишня готова. Она пропиталась в сладком сиропе. Вишню я откинула на сито, чтобы собрать сироп. Сейчас соединяем начинку с тестом. Форма у меня в виде кекса. Смазала сливочным маслом. И теперь выливаю тесто в форму. Теперь ставлю выпекаться в разогретую духовку при 180 градусов буквально на 30-35 минут. После того, как выпечка остынет, слегка пропитайте сиропом, который остался у вас от вишни. Если у вас остался вишневый сироп, приготовьте вкусный кисель. После того, как кекс хорошо пропитается вишневым сиропом, украсьте, слегка припудрив сахарной пудрой.